В центре Ярославля сегодня работали саперы. Около часу дня в органы внутренних дел поступило сообщение о том, что на стройплощадке по улице Республиканской в ходе земляных работ был обнаружен подозрительный предмет, похожий на снаряд. На место тут же выехала оперативная машина разминирования. При осмотре выяснилось, что это обрезок металлической трубы. Однако прежде всего полиция перекрыла часть улицы и эвакуировала жильцов, примыкающих к стройке зданий. Перестраховались не зря, ведь в центре Ярославля нередко находят взрывоопасное эхо войны.